полностью отечественные. Припрыги росатомовские, пластик весь тоже свой. Моторы самостоятельно делаем. И максимально для МТО автоматизируем применение. Для того, чтобы боец... За счет того, что плавающий диапазон... Универсальные есть сбросы под разные боеприпасы, чтобы военнослужащий мог применить любой боеприпас, который он получил. Мы сейчас будем делать центр научного производства. Мы не останавливаемся. Создавать у них лаборатории, потом это все объединится и будет большой... Огонь. Да? Да? То есть максимально уже.